Аномалии становятся сложнее. Плохой знак. Будем работать с аномалиями, значит, тут они будут появляться. А вот так нет аномалий. Ладно. Что у нас здесь есть на этом этаже? Серверные. Черный ящик должен быть там. Ага. Чтобы достать черный ящик, нужно восстановить питание через эту схему. Нужны два проводника. Да, вот. Раз. И вот. Два. Так, сейчас оставим сначала. Черт. Волна обнулила все мои действия. Фига себе. Придется собирать схему еще раз. Тогда потом. Ее будем потом собирать. Нужно быть осторожным. Когда я в этой волне, меня могут заметить в прошлом. Да. Так, а в этой что, есть двери? Закрыто, понятно. Что, проход только наверх. Пойдем наверх. Второй этаж тут. Нужен ключ. Нужен ключ. Оп. Эти временные волны исходят из реактора. Может, этот фонарь где-то здесь и появился? Интересно, если я здесь появлюсь. Отлично. Неплохо. Один есть. Карлов. Где второй? Но вы можете лучше. Великовато. Так, надо отнести в сервер. Лампочку вот эту. Хорошо. Это профессор Морозов. Вы должны отдать черный ящик именно ему. Он знает, что делать с этой информацией. Он лучший ученый в мире. А еще он один из моих создателей. Да что ж не такое? Так я представлял себе знакомство с твоими родителями. Понятно. Кажется, я начинаю понимать вашу грусть. Мой создатель останется мертв, если мы не передадим ему ящик. Все понятно, значит, будем ему передавать ящик. Так, надо идти, наверное, выше теперь. Ключа, что ли, взял, походу? Ничего, а не дурно получается. Когда успел придумать? Ага. Сейф. Понятно, завал, быстрее, быстрее, вот здесь это. Этот электропроводник может пригодиться. Вот еще одну лампочку нашли. Ай-яй-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Фух. Что-то я забыл вообще про него, про этого чувачка, что он здесь. Лампочку поставили. Ага, сейчас опять волна накроет. Да что ж такое?
Мне надо что-то делать, чтобы вот эта волна не приходила. Аномалия. Ладно, сейчас будем смотреть. Значит, надо еще что-то сделать. Так, бежим. Ух ты. А, здесь серьезно? Фу, нифига себе, вот это аномалия. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, я провалился. Вы мертвы. Ну все, я понял, что надо делать. Там надо, походу, головоломку эту решать. Да что ж такое? Так, пошли дальше. Так. Ага. Во. Все, теперь надо этот доктор отнести. Я не смог спасти вас. Но это только пока. Я не остановлюсь. Никогда. Я не брошу вас, я вернусь, чего бы мне это ни стоило. Я пройду этот безумный путь еще 1000 раз, но я спасу вас. Я не остановлюсь, пока у меня все еще есть это великое возможно. Че, все, конец, что ли? Типа он не смог изменить что-то. Или. Смотрим дальше. Одна сигнатура живого человека найдена. Все, прошел игру. Отлично. Короче, типа ничего не получилось у него. Он погиб. Но там прилетел новый чувак, который будет пробовать еще раз. Всем спасибо, кто досмотрел, кто смотрел, а кто особенно смотрел от начала до конца, тем вдвойне спасибо, ребята.